Браво. Ну, мне позвонил практически сразу, и который представился сотрудником СБУ, и, в общем-то, спросил о общей ситуации в городе. Ну, я ему обрисовал. Большей части его интересовало передвижение и именно местонахождение военных объектов. В один, тоже в этот же период, мне несколько человек, получается, сотрудники СБУ, которые я просто по роду деятельности знал их, ну, телефоны сталкивался, они мне позвонили, спросили подобное же содействие и с координатами, подтвердить, проходит ли через Олежки техника, которая шла со стороны Голой пристани. Там колонна, по-моему, 62 машины. Они зашли, через транзитом проехали мимо Олежек. Вот это я вышел, я их, ну, подтвердил и все. Передавал только то, что слышал. Видео с видеокамеры наблюдения, наружного наблюдения, видимо, одной из заправок, которая расположена за городом на трассе, и в которой видно передвижение было военной техники.